Для нас настал нелегкий час. Капитана Тула серьезно ранили враги, которым удалось избежать возмездия. Флот Улья угрожает существованию миров, из которых мы набираем новобранцев. Но эта битва еще не окончена. Доставить капитана Тула к Апотекарию! Бегом! Успокойся, Фаддей. Апотекарий Гордий уже работает. Командор, говорит Апотекарий Гордий, командир медицинского подразделения корабля «Армагеддон». Капитан Тул все еще жив, но находится в крайне тяжелом состоянии. Большинство его органов и имплантатов уничтожены, а чужеродный яд поражает выжившую ткань. Я поместил капитана Тулу в стаз, чтобы остановить действие яда. Но кроме этого, у меня нет никаких средств противодействия отравлению. Надеюсь, Гордий подготовится к тому, что такая помощь понадобится и другим. Ты боишься чужаков, Цирус? Я не знаю, что такое страх, Авитус, но я не глупец. Это были тираниды, монстры-пришельцы, уничтожающие в мирах все живое. Их миллиарды, а нас только горстка. Цирус, ты раньше встречался с таким? Однажды, много лет назад, когда служил в смертельном дозоре. Нам понадобится любая возможная помощь, чтобы противостоять этой заразе. И даже в этом случае мы, скорее всего, проиграем. Командор, с вашего разрешения я попробую вызвать ближайший флот нашего ордена. Но это может занять некоторое время. Тем временем нам нужно обеспечить контроль над Тифоном, пока не прибыл весь рой тиранид. В противном случае система снабжения будет уничтожена. Нападения Эльдаров продолжаются. Они теснят нас и ослабляют нашу оборону. Нам нужно вернуться на Тифон и покончить с Эльдарами. Командор, мы обнаружили силы Эльдаров, которые угрожают нашей системе снабжения между Тифоном и Калдерисом. Мы опознали их лидера. Это очень опасный рейнджер Немериан. Очевидно, он возвращается после какой-то операции на Орочьей территории. Это наш шанс сорвать операции Эльдаров на Тифоне. И возможность больше узнать об их планах. Предлагаю нейтрализовать его немедленно, командор. Командор, наша цель охраняется Эльдарами. Несомненно, они надеются прикрыть его отступление. Мы не можем позволить себе этого. Отлично, космические десантники.
Полевые генераторы устанавливаются, командор. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Цели орков, а не вас.
Крал. Противник. Цель получена. Враг уничтожен. Следующая цель. Это скауты. Всегда готовы к бою. Очень хорошо. Еще достаточно силен. Ничто не помешает мне поразить. Убить нас. Thank you.
позицию. Враг уничтожен. Следующая цель. Это скауты. Всегда готовы. Будьте бдительны. Скорее, прыгайте, братья. Эльдарам известно о приближении тиранид. Это объясняет их действия в отношении орков. А какое отношение имеют тираниды к Эльдарам, которые помогают оркам? Если поднять орков, они могли бы задержать тиранид. Если бы Эльдары не занимались этим в тех мирах, из которых мы призываем новобранцев, мы могли бы использовать это в своих интересах. Использовать Эльдаров и орков, чтобы остановить врага? С чего бы нам тратить на это свое время? Мы космический десант. Мы ничего не боимся, потому что мы сами воплощение страха. Возможно, мы воплощение страха, Авитус, но нам приходится иметь дело с врагом, который не знает, что такое страх. И если мы хотим удержать сектор, любое преимущество будет нам на руку. Ничто не сможет помешать.